Оплатить проезд маршрутных такси теперь можно картой. Накануне в Махачкале состоялась презентация пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты. На 16 транспортных средствах уже установлено специальное оборудование. Теперь пассажиры сэкономят время и деньги и смогут уменьшить количество контактов в целях санитарной безопасности. Мы сейчас проводим активную работу с представителями рынков. Мы встречались и с управляющими наших самых крупных рынков. После этого были организованы встречи у нас и с представителями уже самих предпринимателями самих этих рынков. Взаимопонимание у нас есть. На данный момент сказать, что у нас вот прям вот пошла подвижка такая и везде установлены терминалы, пока это сказать не могу. Но понимание со стороны бизнеса мы почувствовали. Установленное оборудование позволит пассажирам оплачивать проезд по безналичной системе, касанием картой, гаджетом и смарт-часами. В то же время стоит отметить, что наличная оплата в общественном транспорте будет функционировать. Ранее данная практика была внедрена по маршруту Махачкала-Каспийск. В будущем планируется внедрить данную систему и единый проездной билет на всех городских маршрутах.